Мила, так это правда. Светлана моя мама. Мама успела рассказать это перед смертью. Да, ты дочь Светланы. Полонские твои предки. Мне сначала тоже показалось, что это полный бред. Но я решила перепроверить и приехала сюда. Вот с Георгом познакомилась. Мила, ты хочешь ей всю предысторию рассказать? Мы здесь до вечера сидеть будем. Ты Георг. Мила, а как же Михаил? Глаш, ну ты же видела, у нас чисто деловые отношения. Ему нужна идеальная жена, а мне деньги. Ничего, скоро у меня тоже будет много денег. У нас будет много денег. И потребность Михаила отпадет. Как видишь, у нас с Георгом общий интерес. Спящая дама, клад. И свобода. Так это все из-за фамильных сокровищ. Причем здесь я? Светлана звонила моей маме. Ну, тогда, 20 лет назад. Она сказала, что они с Евгением завели куклу. И ключом оказалось слово, которое тебя очень сильно испугало. Ну, тебя маленькую. Вы с ума сошли? Я не помню, что моя мама – это моя мама. А вы хотите, чтобы я вспомнила какое-то дурацкое слово из детства? Я подозревал, что это будет непросто. И попросил Милу привести тебя сюда. Но, как видишь, я оказался прав. Твоей памяти нужен толчок. Знакомая обстановка и доля стресса. Пойдем. Я никуда не пойду. Пойдешь. Но для всех будет лучше, если ты сделаешь это добровольно. Мила! Я не пойду! Мила! Пусти меня! Мила! Почему я должна здесь что-то вспомнить? Потому что это твоя детская комната. Ну, какое слово тебя напугало в детстве? А? Я изучал психологию и психиатрию и знаю, что потерянные пазлы памяти можно искать годами. Можно ходить на психотерапию, пить таблетки, заниматься с гипнологами. Можно использовать страх. Животный ужас, когда тело само подкидывает решение, потому что хочет жить. И лучше вспомнить все. Что хочет убийца, чем умереть. Мила! Хорошо, что ты здесь. Георг не тот человек, за кого себя выдает. Кроме того, он может быть опасен. Что? Я не заметила. Потому что он хотел, чтобы никто не заметил. Слушай, я уже позвонил Валентине, она обещала узнать о нем все, что возможно. Я сам ему доверял. Я на него Глашу оставил, попросил глаз с нее не спускать. И вот теперь где она? По пути в Москву. А ей позвонил заказчик, предложил какой-то выгодный проект срочно. А вот она собралась и уехала. Как это собралась? Ну, она торопилась. Она попросила меня собрать вещи, потом ей привезти. Ты мне не веришь? Миш, вот. Милка, я уехала. Срочный заказ, хорошие деньги, вещи потом мои закинешь. Всем передавай привет. Убедился? Ты как-то странно. Ну, она вообще странная. Я привыкла. Погоди. Алло. Алло, Глаш. Привет, Миш. Слушай, я тебе уже 2 часа пытаюсь дозвониться. Почему ты трубку не снимаешь? А срочный заказ поступил, пришлось уехать. На чем уехала? Машина не на ходу, автобус только вечером будет. Мне пора, я не могу разговаривать. Алло, Глаш! Алло! Где гарантия, что когда я вспомню слово, ты меня отпустишь? А ты сначала вспомни. Я не знаю, дирижабль. Почему это слово напугало тебя в детстве? У меня был дирижабль в детстве. Игрушечный, механический. Я его очень боялась. Нет. Думаю еще. Я не знаю. Драч. Темнота. Лошадь.
честно, это ложь. Я не знаю. У меня не так много времени. А если его нет у меня, у тебя его и подавно нет. Никуда она не уехала. Точнее, что-то случилось. Как я мог оставить ее на этого Георга? Что ты привязался к этому Георгу? Она же сама взяла трубку и все тебе сказала. Да ты бы слышала, как она это сказала. Твоя сестра совершенно не умеет врать. А ты совершенно ее не знаешь. Знаешь, когда еще мы еще в школе учились, была такая... Постой. Что? Ты слышала, кто-то стонал? Может, птица какая-нибудь. Некоторые птицы очень странно кричат. Вы утверждаете, что на вас напал Георг? Что вы можете сообщить следствию? Куда он направился? Вы понимаете, в каком состоянии? Знаете, сколько он крови потерял? Ну, кивать-то он может! Это Георг. Голову даю на отсечение, это он. Да. Да. Что, тебе плохо? Я, наверное, домой пойду. Потом перешлю фото. Ну, называет себя Георг. А как на самом деле зовут, не знаем. Все, ладно, давай, пока. Красава, а? Что это? Скрытая камера. Снимает фото и видео, обнаруженные на кармане у потерпевших. А как из этого чуда техники достать информацию? А я уже сконнектился с моим телефоном. Давай. Помедленнее. Он мне угрожал. Пришлось обороняться. Обороняться? Ты знаешь, сколько крови он потерял? А ты бы предпочла, чтобы потерял я? Мила, он тоже охотился за сокровищами Полонского. Он хотел меня убрать? Что мне оставалось делать? Я действовал по обстоятельствам. И слушал свою интуицию. Она меня еще ни разу не подводила. Да мне плевать на твою интуицию. Мы должны были тихо забрать сокровища и уехать. Тихо! А теперь что? Меня посадят за соучастие? Да хватит истерить! Все. Пошла. Пошла быстро. Посиди тут, поплачьте тут друг другу. Йор! Выпусти меня! Я сказала, выпусти! Все из-за тебя. Всегда все из-за тебя. Ты мне всю жизнь испортила. Ты маму у меня отняла. Ты даже сейчас, даже теперь. Ты же столько мусора в голове держишь, столько ненужной информации знаешь. Одно простое слово не можешь вспомнить. А знаешь почему? Потому что для меня, не для себя. Ты всегда эгоисткой была. Всегда. Мила, почему ты мне не рассказала то, что передала мама? То, что у меня была другая мама. Чтобы ты себя графиней возомнила? Ты так всю жизнь звездой была. Тебя моя мама, моя, любила больше, чем родную дочь. Она даже перед смертью не обо мне, она о тебе говорила. Ты мне все забрала, все. А теперь, когда мамы нет, еще хочешь в Полонской побывать? А я? Я это наследство заслуживаю куда больше, чем ты. Мил, ты его хотя бы любишь? Это Георг. Не знаю. Любил. Но он меня использовал. Вы все меня использовали. Ведь запугивать меня не ты придумала. Он думал, это сработает. Если честно, я надеялась, что ты раньше уедешь. Но Георг сказал, что без тебя никак, и
Мне пришлось тебя удерживать. Это когда я собралась уехать, и у тебя на окне появился вензель Полонских. Это ты его нарисовала, да? Да. Ну а что мне оставалось делать? План срывался. Ты заметила, что мы опять о тебе говорим? Глаш, нам пора выбираться. Он пришел в сознание. Можете поговорить. Спасибо. Но недолго и по одному. Ну, я с ней, мне надо. Игорь, добрый день. Mm-hmm. Вы можете что-нибудь сообщить следствию? Мой заказчик подозревал Георга в убийстве своего брата. Он сгорел в собственной квартире вместе с библиотекой. Уникальной библиотекой. Но, скорее всего, какую-то часть книг Георг вынес до пожара. Георг охотится за старинными книгами? Серьезно? Он давно занимается книгами? Так, подобные дела еще были? В делах по убийствам проходил? И наверняка только как свидетель. Всегда. Скажите, вы давно за ним следили? Соболеву, Юлю, Стефанию он убил? Следил. Доказательств нет. Что он вообще здесь делает? Ищет сокровище Полонского. Скажите, а почему он решил вас убить? Ну, простой работник. Чем помешал? Он услышал, как я разговаривал по телефону с заказчиком. Понял, кто я. Спешил. Иначе заметил бы, что я еще дышу. Так. Ну, понятно, чем вы помешали. А Соболев? Соболев тоже охотился за сокровищами. Мешал. Юля могла стать свидетельницей преступления. Скажите, вы следили за Георгом? Мила была сообщницей. А Глаша? Глаша знала, что творит сестра? Вот только не надо Глашу трогать, она тут ни при чем. Ха! Да вы что? Тогда где она? Вот я спрашиваю, где она? Ее искать надо, а не подозревать. Я могу искать и подозревать одновременно. Спасибо, Игорь. Я еще зайду. Я прошу вас, скажите, это очень важно. Аглая к вам не заходила? Заходила вместе с Георгом. Он ждал ее на улице. Послушайте, а вы не знаете, случайно, куда они могли уйти? Конечно, не знаю, но я вспомнил другое. Несколько месяцев назад Георг проявил внезапный интерес к заброшенному дому Светланы Озеровой. Георг, что делать? Веревка. С тобой все в порядке. Он тебе что-нибудь сделал? Где Георг? Не знаю. Пошли. Все, пошли, все. Небо уже ищет полицию. Что? Миш, я сама в это пока не верю, но... Я дочь Светланы. Женщина, которая убила твоего отца. Доказательную базу мы еще собираем. Но после покушения на Игоря и Агла, лично я в его виновности не сомневаюсь. Ну надо же, выглядел приличным человеком. А вот об этом вы мне расскажете в отделении. Что? Вы подозреваетесь в соучастии в преступлениях, в том числе в
трех убийствах. Валентина, что? Я знаю машину. Милу всю жизнь. Она не могла никого убить. Была бы рада. Но факты – вещь упрямая в машину. Зажигла ж, Мила, мы во всем разберемся, я тебе обещаю. Заканчивайте прощание славянки в машину. А вас я завтра жду в отделении. Миш, я понимаю, тебе неприятно во всем этом находиться. Но я не могу уехать, пока Милу не выпустит. То есть ты тут лет на 8-10? Я уверена, все очень скоро разрешится. А-а-а. Ну, какая из Милы преступница? Позволь мне, пожалуйста, остаться в мастерской еще на несколько дней. Я обещаю не попадаться тебе на глаза. Миш, мне очень жаль, что все так получилось. Знаешь, мне с работы звонят, я должен ответить. Я не спорю, Георг убийца. Да, он охотился за сокровищами Полонских. Да, он чуть не убил Игоря. Но что, если Мила тоже его жертва? Он использовал ее, потому что она моя сестра. Поверьте, от того, что вы ее сестра, у нас у всех уже голова кругом. Да. Она помогала ему меня запугивать со всеми этими змеями, страшилками, но она просто попала под его влияние. Разве это следствие не будет учитывать? Следствие хочет домой. Пить вино и смотреть сериал. Пожалуйста, давайте поговорим об этом завтра. Хотя я вряд ли что-нибудь нового вам скажу. Покажите мне СМС. То, которое Соболев прислал Юле в ночь убийства. Приходи, я знаю, как оживить сердце. Это не любовный СМС. Это про автоматон. Соболев узнал, как завести куклу и позвал Юлю. Пожалуйста, не выдумывайте на пустом месте. Это обыкновенная любовная переписка. Кстати, на мой вкус немного пошловато, но это как им нравится. У Юли был роман не с Соболевым, а с Олегом. Но допустите эту мысль. Смотрите, Соболев узнает секрет дамы. Георг узнает об этом и убивает Соболева и Юлю как свидетельницу, так? Тогда зачем Георгу требовать от меня ключ, если он его уже знает? У автоматонов сложный механизм. Их детали обычно помечали цифрами, чтобы не запутаться. Антонио Солидато вместо цифр использовал буквы латинского алфавита. Может быть, действительно существует слово, которое собирает воедино какие-то детали, которые... Слово «вечность». Вечность. Это плохое слово, страшное. Ну что ты, Глашенька, это очень хорошее слово. Нет, плохое. Мне кажется, ты слишком часто читаешь «Снежную королеву». Там это слово Кай из «Единок» выкладывает. Глашенька, у нас будет совсем другая сказка. Слово «вечность» у нас доброе. Eternum.
Настоящее сокровище – это знание, настоящие книги глубже книг. Иду, иду, иду. Аглая. О, не ожидал увидеть вас в такой час. Что случилось? Умница. Я знал, что ты мне тайнику Поломского приведешь. Ты человек, что вы делаете? Пока ничего, так что веди себя тихо. Давай, веди меня к своему тайнику. Я не совсем понимаю, что... Дверь открывай. Пошли. Миш, послушай меня. Ну, ты же умный человек. Ты же сам все прекрасно понимаешь. Сын за отца не отвечает. И дочь за мать также. Тем более, что она вообще о ней ничего не знала. Лично тебе, Глаша, ничего плохого не сделала. На станции Диана охотился. Редчайший манускрипт. Поэтому и охотился. Понял, что они к Полонскому в свое время попасть могли. И, как оказалось, не только они. А, судя по всему, тут такая библиотека, любой чернокнижник позавидует. Значит, мистикой увлекаетесь. Духов вызываете. Нет. Это не мое. Никаких мертвецов и золота из ртути. А вот те, кто этим увлекается, мне, знаете, книги целое состояние заплатят. Библиотеку. Миш, ну что ты? Она же сама о себе ничего не знала. Нет. Она узнала, что сестра готова продать ее за горсть безделушек. Еще она узнала, что женщина, которую она всю жизнь считала своей матерью, на самом деле таковой не является. Ее настоящая мать – убийца. Нет. Ей сейчас очень плохо. Так все, соберись! Я сейчас намного хуже, чем ты думаешь. Ну, чего ты стоишь? Давай, иди.
читающая библиотека, не правда ли? По большому счету, этот убогий был прав. Она стоит баснословных денег. Но он никогда бы не получил эти книги. Книги идут в руки только тех, кто понимает их абсолютную бесценность. И давно вы знаете про эту библиотеку? Мне кажется, что я знал о ней все время. Я же учился в историко-архивном. Я что, не рассказывал? Нет. Я неплохо учился. Неплохо, да? И там я узнал про теорию Жака Бержье. Он утверждал, что существуют проклятые книги. В которых содержатся самые точные, самые правдивые знания. И если такая книга попадает в руки не того человека, происходит катастрофа. Вот это те самые книги. В каждой из них содержится безумный дар и безумное проклятие. Как вы попадали сюда без ключа? Ну почему же без ключа? Еще при вашей маменьке я сделал вот такую копию. Нет. Конечно, он похуже вашего. Но иногда обыкновенная латунь дает возможность пройти к знаниям не хуже всяких сокровищ. Аглая, вы мне очень нравитесь. Я бы даже предложил вам поехать со мной, чтобы передать вам свое дело. Какое дело? Убивать людей за книги? Вы могли бы стать настоящим хранителем. Вы необыкновенный. Вы... Ну, хорошо. В таком случае сделаем так. Нет, нет, нет. Да, вас и меня убил Георг. Но сам тоже не смог выбраться отсюда. Потому что вы же сами знаете, проводка здесь старая, плохая, короткое замыкание, пожар. И все сгорело вместе с книгами. Экспертиза все. ДНК. Вашего тела не найдут, потому что это вы. О, это уже не имеет никакого значения. К тому времени я буду далеко. Искать место для новой библиотеки. Это бриллианты. И я их спасу. Вы спасете книги и убьете меня. Аглая, я мог бы сделать это очень давно. Ты этого не помнишь. Ты была еще маленькой. Но я дал тебе возможность пожить. Так будь же благодарна. И прощай. Библиотека? Ключ!
Погоди. Сейчас. Пошли. Что? Как, а? Леонид, он сбежал. Не волнуйся, он не водит машину, никуда не убежит. 15 минут последняя электричка. Бежим. Ты сможешь? Да. Там есть дорога за кладбищем, ведет напрямую к станции. Пошли. Не могу. Беги один. Опоздали. Валентина? Стоять! Получается, Соболев догадался, что тайник под архивом. Пришел к вам, и вы его убили. О, Господи! Если бы эти книги достались Соболеву, смертей было бы гораздо больше. Да куда уж больше. Юля, как я понимаю, видела, как вы убили Соболева, за это и поплатилась. Если бы вы не лезли, куда вас не просят, на этом смерти и закончились бы. Все бы подумали, что Соболев убил Юлю и сбежал. Кому от этого плохо? Стоять! Стоять! Как минимум, Соболеву и Юля. А Стефанию за что? Это же вы ей заказывали мистификацию, только она могла поймать для вас змей. За наличность спасибо. Не люблю я эти переводы. Души в них нет. Да и потом, после смерти Юлии нас всех подозревают. Так что не будем давать им поводов для этого. Она начала догадываться. И вы ее убрали. Ну что? Кажется, на пенсию я уйду триумфально. Пакуем. Спасибо. Спасибо. Ну что? Начнем? Вы позволите мне взять с собой в заключение некоторые книги? Скажем так, я посодействую, если мне будет приятно с вами общаться. Я не хотел убивать их. Видит Бог, не хотел. Но они не оставили мне выбора. Они вели себя как дикари. Потрясающе. Не хуже библиотеки Ивана Грозного. Да любой музейщик за такую душу продаст. Подождите, вы что, хотите отдать это все в музей? Но мы не можем держать такую красоту в подвале. Их должны видеть люди. Книги, которые никто не читает, они умирают. Люди, которые читают такие книги, тоже умирают. Причем внезапно. Вы же не понимаете, это же не просто беллетристика. Это же сокровище настоящее. Это же тайна бумаг. Пресвятая Тринасофия Сен-Жермена.
Аж Мизарев! Да если эти книги попадут не в те руки! Не волнуйся так, Лень. Все будет хорошо. И знаете что? Давайте пока никому не говорить о том, что мы здесь обнаружили. Хотя бы до утра. А там придумаем, что с этими сокровищами делать. Лень, сделай дубликат ключа, если не трудно. Пока вывозить их будем, столько раз открывать, закрывать придется. А тут и сам ключ произведения искусства. Я даже думал уничтожить их. Но, честное слово, человека убить легче, чем книгу. Женя! Книги! Женя. Просто книги! Женя! Бумага! Никакого проклятия не существует! Да послушай же! Их нельзя выносить! Их нельзя показывать людям! Лёнь, тебе нужен отпуск. Ты сходишь с ума. Ну, я не знаю, съезди куда-нибудь. А мы завтра сами проведем опись книг и позвоним в музей. Женя! 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 О том, что детей в доме Евгения не было, вы знали. Михаил накануне громко поругался с отцом, а Алена уехала на конкурс. Но то, что в ту ночь в усадьбе останется ночевать Светлана, вы не знали. Да еще с маленькой дочкой. Я не мог убить ребенка. Аглая осталась жива. Да. Мы хорошо все устроили. И записка, и все остальное. Обвели меня тогда вокруг пальца. И вы еще имели наглость остаться здесь жить после такого зверского убийства. Следствие закончилось без ущерба для меня. Библиотеку сложно было вывести. Невозможно. Это священное место. Дом этих книг. А я лишь скромный хранитель и их слуга. Вы убийца. С библиотекой или без? Допрос окончен. Разумеется, никакого заявления я на Милу писать не буду. Она же неплохая, она просто запуталась. В этом я сомневаюсь, но тебе виднее. Слушай. Я знаю, она с тобой поступила по-свински. Но я знаю ее с детства. Она... Да, она бывает разная, но она моя сестра. Несмотря ни на что. Вот за это я тебя и люблю. Прости. Прости, прости. Но это правда. Знаешь, я думал, что чувство — это вообще не про меня. А с чувствами к тебе я боролся до последнего. Но я больше не могу. Я сдаюсь. Я тебя люблю. И поэтому не могу не спросить. Ты... Ты не согласишься переехать ко мне в усадьбу? Спасибо, Миша. В любом другом случае, да. Но на меня слишком много свалилось. Я
Я должна побыть одна. Усадьба большая, она огромная. Здесь при желании можно остаться одной. Я не могу. Не сейчас. Мне нужно время. Алло. Аглая, прости, пожалуйста. Ты не сказала, сколько именно тебя ждать. Мне, как потомственному часовщику, нужна точность. Миш, я даже не знаю. Нет, я сколько угодно готов тебя ждать. Хоть целую вечность. Дворники волнуются. Говорят, сколько угодно не получится. Выгонят меня. Thank you.